Всем привет! Я нахожусь на Театральной площади города Саранска. Сегодня проводится пикет в поддержку недопуска, не регистрации и недопуска кандидатов в Мосгордуму. И все пикетирующие у нас перед нами. Это все, что у нас произошло, собственно, в Саранске. Подойдем поближе. Никаких дубинок, никаких автозаков. Да, в общем-то, и народу тоже никого нет.